Всем привет, мои подписчики, мои фанаты, рубрика FNAF World Challenge. Это уже третья часть данной рубрики, и сегодня мы пробуем пройти FNAF World, используя только Лиз. Если что, мне можно будет использовать и Мангу, и все ее разновидности, ведь Мангу — это твой Фокси. Если на этом видео наберется 40 лайков, то я сразу начну делать следующее видео по данной игре. Не забывайте заходить в мой телегу, а мы начинаем. Новая игра, Normal, и выбираем Фокси и Мангу, а на остальные два солдата две чики, у которых мы будем использовать довольно бесполезные атаки, чтобы все было честно. А вот я и появилась, как всегда начинаем искать сундуки, чтобы потом за токены купить пчелу. А вот и мой первый противник. Почему у Мангу есть атака хук, то есть крюк, а у нее самой на модельке нет крюка? Скотт, что скажешь на это? Почему-то я решил попробовать порыбачить на свои бомжатские 10 монет. Зато я получил свои 10 монет обратно. Теперь мне хватает токенов, чтобы купить свою первую пчелку. Убиваем авточипера и забираем 2 чипа. Базарим с Фредбером о очень важных делах. И заходим в ад для эпилектиков. А вот я уже на второй локации. Убиваем брата-близнеца чипера и получаем чип. Зашел я, значит, в пещеру, а на меня напало 4 метамена. Это программа «Сдохни или умри». Убегаем от них и идем в глазастику. Плюс 1 чип, подкрываем 3-ю локацию. И кто же это? Ок. Плюс еще 1 чип. И впервые решил купить это. Возвращаемся в 1-ю локацию, покупаем 2-ю пчелку. Сражаемся с тоссусниковиком, у которого вместо рук пулемет, с которого стреляю снежками, который способен убить стального аниматроника. Заходим в пещеру и ищем чипы. Минус 1 босс. О, и кто же это? Минус 2-й босс. О, еще кто-то. Да ты чё? Возвращаемся на 3-ю локацию. И да, я перезаходил, и теперь придется опять биться снеговиком. И как в прошлый раз, время спидрана ради чипа. Давай по новой, Миша, все хуйня. Все, теперь у меня есть этот чип, а это значит, что пора фармить персов. О, Мангу, давай с нами. День два раза вот это упражнение делает, позвоночник не будет болеть. Фоксян, кошмар, Фредди. Ок. Думаю, я уже могу отправляться на 6-ю локацию. А вот я тут. Идем. Нападают какие-то тортики, причем живые. И что, кошмарный Фокси? Я охерел просто. Привет, Ультра Бровей, с тобой. Как же меня бесит эти Редберы. Они постоянно используют джемскер. Скотик. Скотти. Зачем нужно было добавлять такие жмыхнутые эффекты? Это просто режет глаза. Дальше я просто фармим персонажей. А хоть я и знаю, что мне рано, но я все равно пошел бычить на старого доброго Абуба. Плюс еще один Фоксян. И тут я понял, что уже нет смысла дальше фармить персов. Ведь я уже выбил всех лисов. Заходим в 6-й локации, а появляемся в сеть, то есть 4-й. Весь 7-й нет. Привет, Ксинка. Затем я понаглел и решил сразу пойти на Супергуна. И сдох. Иронично. Дальше в третий раз убиваем снеговика. Забираем чип автомини. Я раньше все время думал, что эти камни это какие-то лягушки. Я только сейчас понял, что это камни. Идем к боссу. И я только потом понял, что забыл взять автозащиту от армы. Поэтому опять начинается программа. Сдохни или умри! Когда я уже взял защиту и пошел к суве, я опять сдох. Хотя не оставалось капелька хп. Ты подумал и решил накопить немного монет и купить более сильную басосалку. Покупаем глазастика, выбираем нужный чип и идем к сове. Вот он, сильный, страшный босс. Ладно, я шучу. На самом деле, вот финальный босс. Ладно, это сова. Или как побеждаем и получаем концовку.
А на этом видео закончилось. Большое спасибо за просмотр. И да, в ближайшее время я не буду делать челленджи, а немного другой формат видео. Как я говорил, если на этом видео наберется 40 лайков, то выйдет новое видео по Фнаворот. Заходите в мою телегу, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока! Booga! Booga!